Honda WFR 800. Внешне неплохой. Имеются небольшие царапины по пластику. Жизненные царапки на баке. На куфрах. Боковые куфры очень редкие, классные. У них есть быстрый доступ через маленькую крышку, которая на кодовом замке. Кодовый замок можно менять шифровку при помощи вот этого комбинации. Меняете комбинацию, выставляете назад, и у вас другая комбинация. Сейчас 712 на обоих. То есть вот такой быстрый доступ. Также есть доступ стандартный. Когда открывается большая крышка. И ключи сразу от трех кофр. То есть одним ключом открываются все три кофра. Что очень удобно. Бак в отличном состоянии. Передняя резина имеет неплохой протектор еще. Резина Dunlop 18 года. Хром вилки не имеет повреждений. Сальники потеют. Рабочая поверхность вилки хорошая. Нить запотевания сальников. Колодки новые. Заменены. Диски в прекрасном состоянии. Еле-еле пальцем ощущаются. Задняя резина тоже Dunlop, протектор на один сезон. Шестнадцатого года. Звезда в отличном состоянии, цепь тоже. Колодки сзади также мененные. Диск в неплохом состоянии, в хорошем состоянии диск. Японец был настоящий самурай. АБС только для дилетантов, поэтому он сломал реперный диск, чтобы кататься без АБС-ки.